Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик. Сегодня мы поиграем в игрушку, которая называется «Кнок-кнок», либо же «Тук-тук». Это что-то типа френбо, она достаточно интересная. В общем-то, здесь еще графика, она, не знаю, как-то... как будто улучшена, что ли, получше немножечко, чем во френбо. Но мне это побольше немножко нравится. И, в общем-то, тут было написано в начале «Советуют играть...» В темноте, в тишине и в одиночестве. Ну, у нас немножечко все немного не так, но, в принципе, в общем-то, будем стараться поддерживаться этой атмосферы. История, я не знаю, это что-то типа мистики там было написано в начале, в дисклеймере. Я посмотрел, немножко почитал. Есть некоторые неточности. Что-то меня разбудило. Ага, кажется, где-то разбилось окно. Прикольно, кстати, главный персонаж выглядит достаточно интересно так. Как будто какой-то с ума сошедший гений. Или открылась дверь? Ага. Так-с. Пока что ничего не понятно. Не просто будет найти эту брешь. У него еще такой интересный голос, он так разговаривает. Это огромный дом, в нем десятки комнат, я давно уже в них не заглядываю. Интересно, а на каком языке он разговаривает? Это непонятно на самом деле. Ага, просто я ужасно устал. Не, я не понимаю этот язык на самом деле. Если вообще какой-то такой язык существует. Фиг его знает. Так, окей, ребята. Мы проснулись. Какая ужасная боль. Будто кто-то пробивает дыру в моей бедной голове. Ага. Так, туда мы выйти не можем, получается. Блин, как же прикольно выглядит главный персонаж. Я устал, я страдаю бессонницей, в темноте мне все чаще мерещится странное. Но кошмары всегда исчезают к утру, долго ли еще до рассвета? Ага, удерживайте спейс. Продолжайте удерживать спейс. Окей, удерживаем, что-то он сейчас чинит там. Мы что-то починили, получается. А мы можем... Ой, кто-то стучится к нам в гости, что ли, или что? Ага. Я в самом деле устал, даже начал ходить во сне. Прошлой ночью очнулся вот тут, на пороге. Ага, окей. Если бы не было заперто, я оказался бы там, снаружи. По ночам эта дверь всегда должна быть надежно закрыта. Вот оно что. Понял. А как нам тогда наверх вот сюда подняться, интересно? Ага, это мы можем свет включать. А, вот, смотрите. Так. Нам нужно как-то подняться. Я, честно говоря, не знаю, на какую кнопку это... Ё-моё. Тихо. Ну да, тут, естественно, немножко хоррор. Стоп, а куда подевалось время? Такое чувство, что все застыло. Почему так долго длится ночь? Что-то не так. Так смешно он болтает. Так. И тут что-то скрипит туда-сюда. Я реально пока что не понимаю, как мне подняться. Но я туда-сюда хожу. Он все что-то болтает и болтает мне. Вот что интересно. Так, подниматься не хочешь, да, получается? Подниматься ты А вон там какой-то человек, вы видите? Как нам... за него поиграть. Тут как будто бы... А вот! Я смог подняться на какую-то кнопку, сам не понял на какую. Окей, давайте сделаем тут свет тоже, чтобы все было получше, в принципе. Ага, лампочка готова. Хорошо. Так, здесь ничего он не говорит. Нужно понять еще какие кнопки, но там реально какой-то человек, видите? Нам, может, до него нужно дойти. Пока что все достаточно криповенько. Так, нам тут надо тоже починить, скорее всего, да? Ну, сможет ли он тут починить? Вот в чем вопрос. Сейчас у меня... А, нет, смотри-ка, смог, интересно. Так, здесь тоже аккуратненько. Нам нужно везде просто чинить свет. Может быть, в этом и есть смысл игры. Фиг его знает. Ну, естественно, история нам будет. Вау, это время. Это время силуэтом человека. Ну, как нас, типа. Нажмите Е или вверх. Я не знаю, если мы нажмем вверх, он повесится. Если мы нажмем Е, то что будет? Переводит время. Так, и что нам нужно делать? Вот так, время можно и поторопить. Если утро ко мне не идет, я сам до него дотянусь. А, окей, я понял. А зачем тебе вот это нужно? Ё-моё, дверь открылась-то. Что за фигня? Окей, давайте спускаться вниз и смотреть, что это такое. Прикольная игрушка на самом деле. Я уже давно ее хотел записать, и что-то как-то забывал про нее. Так, ладно, здесь ничего, давайте спустимся. Так, как я... А, вот как я спустился. Окей, нужно было про... тихо, все, я понял эту механику. Так, значит, все-таки стук шел отсюда. Как же я мог снять засов? Не запереть на замок.
Ночью страшно туда выходить, но я обязан проверить, убедиться, что это ветер. Ага. Окей, давайте убедимся. А, ну, тук-тук, в принципе, видимо, из-за этого, то, что кто-то к нам, не знаю, в дверь постучался, что-то типа того. Ладно, мы сейчас идем аккуратненько пиликаем, не пойми куда. Нажмите вверх или вниз. Вот оно что. Ну, как мне понять, правильно ли я иду? Вот оно, смотрите-ка. Мы куда-то пришли. Это наш дом, получается? Попробуем. Оу, нет, это не наш дом. Это дверь? Ай! Что я сделал? Я пропустил, да, случайно что-то нужное? Черт, я тупица. Никакие кнопки нельзя нажимать во время сценок. Нажмите Е или вверх. Мы можем от кого-то прятаться. Оп. Что это? Тикают ходики. Значит, я наконец проснулся. Затемно, как всегда, но скоро наступит рассвет. А пока я проверяю, действительно ли все в порядке, мне приснилось, что главная дверь была не заперта. Ага. А пока я проверю. В дом стучались, я выглянул, чтобы узнать, от чего этот шум. А потом я очнулся в лесу и долго не мог вернуться обратно. Ага. Так, окей. Мы, получается, можем Воу. Я понял. Смотри-ка, тут уже нет прохода дверного. Интересно. Самый прикол в том, то, что когда темнота, мы не можем ходить спокойно. У нас еще сейчас идет время. Куда оно идет, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Нам нужно это починить нам, чтобы светило. И потом мы сможем нормально ходить. В темноте он ходит всегда очень медленно. Теперь подождать, чтобы глаза привыкли. Ага, хорошо. Так, ну выйти ты, наверное, не выйдешь. Не узнаю свой дом. Почему все такое пустое? Видно, зрение портится. Я все хуже вижу в темноте. Ничего, недолго осталось терпеть. Скоро наступит утро. А, может быть, это у нас вот к утру типа ведет ерунда. По времени-то, фиг его знает. Упс. Во время ночного обхода главное ненадолго включить в каждой комнате свет. Только так и можно навести у себя порядок. Если дом содержать в порядке, кошмары пройдут. Это доказано современной наукой. Угу. Ладно, давайте тут включим тоже свет. Как нам говорит этот наш дружбанчик-то. Опа, кровать появилась. Вот теперь все в порядке. Вижу все на своих местах. Что-то у меня с головой. Не до конца проснулся. Ага. Так, там снова нет двери, но там есть комната за этой стеной. Это странно. О! Посмотрите, здесь какая-то очень интересная комната. Мы сейчас не провалимся тут вниз, пока будем чинить. Мне кажется, тут что-то какая-то ритуальная комната уже, или это кошмары. Упс. Не хочется думать о прошлом. Спокойнее жить в темноте. Ага. Ну тут очень интересный пол. Ждите. Чё ждать? Кого ждать? А, вот оно, смотрите. Это что было? Это ничего, до утра осталось совсем немного. Главное дожить до рассвета. Ага. Так, хорошо. А, идем давайте сюда тогда. Сейчас снова тут включим свет. Как и, в принципе, обычно. Опа, тут, видимо, сломано, да, или что? Может быть, что-то я неправильно сделал. А, нет, все нормально. Дверь закрылась. Кто там стучится? Так, яро кто-то стучался. Окей, тут снова темень жуткая. В этой игрушке у меня немножко тоже гудит, ребят, компьютер, не обращайте внимания, но многие вы мне писали то, что вы вообще этого не слышите, потому что у вас у самих гудит там у кого чё. И что с этим делать? Ага. Нажимаем вверх, время идет. А, подожди, получается, мы просто продолжаем время. Главное это терпеть до рассвета. Рассвет расставит все по своим местам. Потому что время от времени останавливается, да, как бы это странно ни звучало. И нам нужно его самим... Тихо, это кто болтал? Не понял. И нам нужно его самим... О, привет. Так сказать, ускорять, что ли? Ага, вот смотрите, видите, оно пиликает все быстрее и быстрее. Чё за... Тихо. Ты кто, алё? И что делать? Меня эта фигня сейчас убьет? У меня время-то слетело. Меня преследуют тревожные мысли. Они так назойливо лезут мне в голову, как живые. Черт. Свет-то сломали мне. Это кто был-то вообще, интересно? Это кошмар какой-то был. Непонятно. Тихо. Еще время улетело. Черт, не стоило включать свет. Что-то там было не так.
Вообще в этом доме все не так, опять по-другому. Какой же из них настоящий? Так, я пока что не понял тогда смысла. Где-то нужно включать свет, где-то не нужно. Может быть, это зависит вот от этого. Мне нужно смотреть, что нужно делать, что не нужно. Черт его знает на самом деле, ребят. Здесь... меня снова сюда отправляют, что ли? Я выйти не могу. Так, интересно весьма. Чуть не понял я прикола. Пока что мы не можем до утра дожить даже в первый раз. Так, ладно. Включили. Упс. Пахнет землей. Нам нужно сваливать вниз, пока этот, как его, не появились какие-нибудь снова противники. А, вот, смотри, вот так вот надо открывать, оказывается. Ну, все равно, в любом случае, я там не зря, наверное, свет включил. Нам по-любому везде нужно свет включать. Иногда кошмары какие-то непонятные появляются, ребят. Я не знаю, честно говоря, что это за кошмары. Вот, но я уже по времени там профукал немножечко. В том плане то, что что-то тупанул. Ах, смотри, ой-ой-ой. Что это было? Ждите. Ждем. Лучше ждем. Что это было? Не понял, но окей. К чему здесь вот эти вот стулья с веревками? Кто-то повеситься хочет или что? Я что-то не понимаю. Тихо. Он только что глаза закрыл. Ждем. Снова тупо ждем. Вау. Вот оно как работает. Так, интересно весьма. Ладно, туда нам тоже надо, но я нигде не вижу времени. Интересно то, что я нигде не вижу времени. Стоим, ждем. Вот именно тут, может быть, когда мы... Офигеть. Опа. Интересно. Это мы прячемся. И получается, я от этих гаденышей так могу прятаться. Вот оно чё. Все, я понял. Так, все, немножко с управлением разбираюсь, ребят, не обращайте внимания. Туда-сюда. Вот я бы хотел вот за эту дверь бы попасть, но, видите, туда не получается. Тихо. Мне показалось только, что сейчас противники должны были идти. Противники, блин, это тупо звучит. Но, по-моему, сейчас мы выживем первую ночь. Время почти уже этот. Куда нам надо дошло. Так, давайте чиним быстренько. Время почти уже полностью дошло, куда нам надо. Так, отлично. И вот тут вот нам надо подняться, и там должно что-то быть. Потому что именно единственное место, где мы не были, это тут. Смотри, смотри, время, время, ребята, мы, может, успеем. Так, отлично. Я не везде включил, смотрите-ка, там выключился свет. В чем заключается моя цель? Интересно. Прятки в темноте. Эта игра на смелость, поэтому на самом деле прятаться в ней не нужно. Надо просто честно дождаться конца. Если ведущий увидит, что кто-то прячется, все начнется сначала. Ключ такой. Нужно понять, как толкует игру ведущий. Если он скажет кому-то «прячешься», а тот вроде бы на виду, значит дело не в видимости. Не очень удобный шрифт на самом деле. Ладно, это пропускаем. Вот этот давайте посмотрим. А, это уровни. Мы просто на следующий тут переходим. И все. Окей. Надеюсь, мне на этом моменте сохранится. Сейчас посмотрим. Снова проснулся наш друг. Хорошо, если я нажму выход. Ага, я выйду из игры. Офигенно. Логично, в принципе. Окей, ребятки, у меня тут все сохранилось. Отлично, мы можем нажать продолжить. Перезапустил я игру. Давайте на сегодня первую серию закончим. Игрушка мне очень нравится по своей атмосфере. Пока что я не особо, конечно, понимаю, что тут нужно делать. Вот, но думаю, со временем я догоню, наконец-таки. Ну, в плане догоню, это допру, что тут нужно, что к чему. Может быть, вы мне тоже в комментарии подскажете. Пишите также, понравилась ли вам эта игрушка. Вот, на этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. We'll be right back.